Nokia C6 у меня. И сегодня будем менять тачскрин. Матрица целая. Стекло разбитое. Снимаем батарею. Выключаем телефон. Снимаем два нижних болта. Снимаем батарею. Далее вот эту вот верхнюю панель отсоединяем. Она у нас на защелках. Аккуратно не оставляйте следы. Чем-нибудь не сильно острым. Антенну снимаем также. Еще два болтика. Далее снимаем верхнюю рамку. Обратите внимание, здесь есть такой маленький ступор, защелка. Сняли. Здесь еще также приклеено скотчем к плате. Сняли верхнюю рамку. Далее плата. И на плате, внизу платы, вот здесь у нас находятся три разъема тачскрина, экрана и нижних кнопок. Разбираем верхнюю часть, верхний модуль. Снимаем экран. Рамку металлическую. Она вот защелкнута вот здесь посередине и внизу. Вот так она выглядит. Сняли. Далее экран аккуратно снимаем. Аккуратно, потому что он приклеен. Не очень сильно, но можно сломать, если резко выдернуть его. Далее отделяем тачскрин от рамки металлической. Греем термофеном. Я поставил 350-400 градусов. Нагрели. Выдавливаем стекло. Снимаем кнопки. Вот здесь у нас такие две защелки. Поближе покажу. Вот здесь вот. И вот здесь вот три. Отсоединяем их. Вытаскиваем нижнюю клавиатуру, снимаем стекло.
Ставим новое. Поставили новое стекло на свое место. Далее ставим клавиатуру нижнюю. Таким образом просунули сначала вот эти две пункты. Застегнули вот эти три нижние. Далее ставим экран. Разъемом вниз. Поставили металлический защитный экран сверху. Немного поспешил, металлический экран идет после. Ставим рамку вот эту вот с нижними, с подложкой нижних кнопок. Разъем экрана вверх. Устанавливаем их в направляющие свои. Далее вот здесь вот обратите внимание, нужно завести за эти пластические зубцы. Здесь то же самое. Тут зубец у нас отломан. Итак, вот у нас шлейф, разъем экрана, тачскрина и нижних кнопок. Таким вот образом все это должно выглядеть. Ставим металлический экран уже сверху. Кнопка звука регулировки. Еще у нас осталась кнопка блокировки. Вот она. Поставим ее после. Итак, соединяем эти три шлейфа вот сюда вот. Сделать это проще таким образом. Сначала пристегиваем шлейф нижних кнопок. Я вам покажу поближе. Далее шлейф тачскрина и последний вот у нас шлейф, разъем экрана. Вот он у нас, пристегиваем вот отсюда. Расстегнули, ставим регулировку блокировки, кнопку. Ставим, далее верхнюю рамку. Выпало. Включаем телефон. Давайте сразу проверим наш тачскрин. Загружается. Давайте пока прикрутим верхние болты. Они у нас одинаковые, верхние, нижние, ничего не перепутаешь.
поставим антенну. Проверяем, все работает. Это была Nokia C6. С вами был Дов. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Всем спасибо за внимание и доброго дня.